First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. Всем привет, всем добра. Я заболел, поэтому буду кашлять иногда и чихать. Но вы не обращайте на это внимания, потому что я убежал с чердака, несмотря на то, что всего лишь 9:30, потому что сегодня что-то сильно там домбят. Баллистика гахает, грохает, иногда прилетает, иногда, короче. Нету никакого настроения сидеть там наверху, поэтому посидим внизу. А теперь, что мы делаем с вами? Значит, планы у нас несколько поменялись. Ну, Луна у нас, естественно, не поменялась. Она как светила, так и светит. Однако, в отличие от вчерашнего дня, небо чистое. Ну и, естественно, все совпадает с направлениями нужными, как все положено. В общем, короче. Так как у нас IC, вот это вот там 410, который я вам вчера рассказывал, что начал снимать, я ее не начал снимать, погоды не было. Поэтому вчера был фальш-старт. А сегодня до нее еще, это блик, это не какая-то туманность, не думайте. Сегодня до нее еще надо ждать и ждать. И я подумал, что время терять. Конечно, при этом пришлось немножко поменять планы. Вот вы видите, я ее перекадрировал совсем по-другому, потому что здесь какие-то есть даже эти, как их, господи, ну, хвосты какие-то тут рисуются. Ну и сместил ее вправо, и угол другой сделал, не тот, который выгодный для меня был. А вот немножко включились вот эти яркие звезды, ну черт с ними, как говорится. Потому что как бы ротатора же нет у меня, поэтому я несчастный человек, и я выставил 346 градусов. Для чего? Ну для того, что сейчас я снимаю, естественно, не вот это все, потому что это все находится тут глубоко под горизонтом. Оно начнет появляться где-то в 30 градусов, это час 12. До часу 12 я решил поснимать незабвенный наш дух, душа. Вот это, то, что на экране на вас смотрит, заставка, это мы снимали в двух фильтрах, SO, HO. Как только приобрел я фильтры, переснимал эту заставку. И это делалось ГСО. У нас кадрировка получится более плотненькая, поле меньше у нас, но и разрешение лучше. То есть какие-то вот такие всякие детальки будут покруче, ну что ли то там. Но как бы из того, что есть на небе, это не потому, что есть острая необходимость в этом снимать, а потому что, просто время не тратить зря, убить куда-то его с толком, с пользой. Поэтому телескоп у нас смотрит вот приблизительно вот в эту часть неба, вот в эту часть неба. Ну и как бы Луна, конечно, светом своим дает тут хорошо нам, как говорится. Не будем сегодня, постараемся сегодня не ругаться, может болезнь быстрее пройдет. Так, что я тут еще не смотрел, что у меня тут происходит? Происходят какие-то кошмарные вещи, но что-то происходит. Я не поднял, к сожалению, ветрозащиту. И сейчас, скорее всего, что надо будет опять подняться, ее поднять. Потому что что-то ему тут, короче, тут ему злое, короче. Я поставил, сейчас я тут все это очищу, этот ужас, пусть он по-новому начнет. Я сейчас поставил 10-минутки, не знаю почему, но поставил 10-минутки. Сейчас, если спутников будет много на каких-то кадрах, понятно, что первый кадр будет смазанный, то тогда поставлю не 10-минутки, а поставлю 5-минутки. Ну, переключу здесь, вот 300 секунд поставлю. Сейчас такая подборка идет. И сейчас мы начали снимать 21:30, у нас объект, который не заходящий, то есть душа и сердце, 36 градусов. Ну, собственно говоря, что мы с вами и наблюдаем этих 36 градусов по оси телескопа, который вот сейчас вывернулся. Тут Луна так светит, что и фонарик не нужен, да. Вот так он стоит, как стоит. Тут внизу у нас все выключено, я имею в виду мониторы, это короб виден от света видной Луны. Я что-то дупля не поймал, поставить ветрозащиту, ну ладно, хрен с ней.
Ну, потом он по где-то к часу 12 переедет сюда. Я их поставил подряд, как бы одно за другим. Ну, посмотрим, может быть, тут придется, так как этот закончит аж в 2:30, ну, при 30 кадрах, ну, 30 на 10, 300 минут, это 5 часов. Поэтому здесь надо уменьшить будет, наверное. То есть, как бы, два объекта я снимаю, пытаюсь снять два объекта. Что из этого получится, не знаю, потому что очень, ну, сами видите, условия съемки не аховые, совсем не аховые. Поэтому вот так вот. И мы снимаем с вами участок неба, ну, почти там северо-северо-восток, поэтому ему может быть не очень весело. А еще ему не весело по одной простой причине, что лунный свет, ну, вот этот градиент, который сумасшедший дается нам, вот он его не полюбляет. Поэтому F3.0 дает о себе знать. Вот. Тем не менее, я сейчас на этот график не буду вообще обращать внимания. Он, видите ли, дает и в, ну, как, в обе стороны болтает ось. То есть, несмотря на то, что грузы у нас идут вниз сейчас, ну, достаточно строго вниз, вот. Поэтому смещены они сюда как бы на восток, не смещены, не имеет никакого значения, потому что чем больше сейчас они даже смещены, тем хуже ему вверху работать. Поэтому ось Array, вот синенькая, вы видите, оно импульс туда коррекцию, импульс сюда коррекцию. Ну и, соответственно, амплитуда, ну, такая, какая, какую видим амплитуду, такую видим. Ну и, естественно, дек за ним тоже пляшет в обе стороны, несмотря на то, что у него идет клевок вот сюда влево, то есть на север. Тем не менее, он стоит тоже сейчас как бы, ну, почти как в home position у меня. Поэтому в таком состоянии монтировка будет всегда давать как бы то, что вы видите. Стоит нам туда, вот сюда где-то навестись на небо, сразу этот график станет очень-очень нормальным, приличным. Это не означает, что объекты будут бегать тоже, нет. Ну, звезда будет достаточно хорошо стоять, вот соотношение 46 единиц СНР. Поэтому, в общем-то, все окей, все хорошо, по резкости, по всему. Тем не менее, по мере подъема Луны, этот график будет лучше не становиться. И тем более, когда мы переведемся сюда, я надеюсь, что просто Луна где-то здесь уже будет к часу, а мы будем объект снимать где-то вот в этой части неба. Сейчас мы снимаем вот этой части. Ладно, это я вам так рассказал в двух словах. И тяну же время, чтобы мы с вами дождались еще 2 минуты. И получили какой-то первый кадр этого духа 10-минутного. HO у нас стоит фильтр. Это несмотря на то, что я вчера снимал, еще раз, извините, переснял. Вот, ну, всякий случай, сказала бабушка, одевая, да, внучку в лес. И по большому счету на этом, как говорится, все закончилось. С какой точностью сейчас он навел на объект, я вам не скажу. Я потому что в этот момент спускался с чердака, поэтому я не следил. Но на ДНЭП он навелся, в общем-то, очень точно и очень быстро. Так что он синхронизированный, по идее, должен навестись. Он сейчас перестал писать раньше то, что мне выдавал, типа когда застревал на одной цифре, потому что все-таки в этом был виноват повышенный люфт в деке, когда шли импульсы, а ось механически не двигалась. Поэтому часто он застревал на одном и том же значении плейтсов, там штук 5-6 кадров проходило, потом только начинались менять значения, там все подводил, выбирал по сути люфт, а потом начинала двигаться монтировка и что-то все устаканивалось. Ну что ж, у нас осталось ровно 30 секунд. Я надеюсь, что мы сейчас увидим, они, конечно, будут смазаны, сразу говорю, потому что там при наведении, я знаю, немножко труханул я его. Но нам сейчас не это важно. Здесь пока он сейчас будет еще, ну хорошо, 10 секунд подождем с вами, чтобы получить первый кадр. Это у нас флеты я снимал. Вот, так, загрузка первого кадра. Ну вот, собственно, первый кадр у нас появился с вами. 600 секунд, да, есть какие-то, вот проступают даже
детали очень слабые. Ну, на 5 минутах мы бы тут вообще с вами хрен что, извините, увидели. Да, здесь могут быть какие-то пересвеченные при этом звезды, да, они подтянутые, видите, да, потому что там был такой горбик у нас, ну, Сережа спускался яростно с лестницы и тряс всю эту трухомудию. Поэтому следующие кадры пойдут нормально, этот можно выкинуть, первый просто я запоминаю всегда, ну и все. А мы с вами сейчас пока пойдем, здесь уменьшим количество кадров до такого значения, чтобы у нас с вами вот в 1:30 все закончилось. И во втором в головасике мы тоже с вами, я тоже поставил по 10 минут. Нам в 6:36 никак в головасике не катит, нам в 5 часов надо заканчивать. Поэтому здесь тоже надо уменьшаться для того, чтобы закончить, ну, около 5. К сожалению, да, кадров тут будет, ну, 4:56, 20 кадров, ну, 200 минут головастика в ИЧО. Давайте тогда сейчас немножко, ну, тут надо просто решить, что мы даем здесь 25. Ну, значит, соответственно, если мы с вами сделаем 23, то головастику можем накинуть, соответственно, почти 2 кадра. Тоже 23. Сделаем 23, 23. Ну, 5:07 не страшно, потому что в 5 часов ночь заканчивается. А у вас 5:07 это где-то здесь, так что нормально. А начнем мы с вами сейчас в 1:17. В 1:17 головастик будет, сейчас посмотрим. 1:17, 1:18, 33 градуса. Ну, нормально, снимать можно будет. Единственное, что может, когда я уже буду спать точно, потому что уже, ну так, не очень себя хорошо чувствую, может помешать нам, конечно же, вот этот фонарик. Ну, посмотрим. Имеется в виду в том плане, что гид может заортачиться и не найти себе, ну, нужной звезды. Тут, конечно, график может стать очень таким, не очень. Тем не менее, не очень может быть он точный, ну, в данных условиях засветки, но он достаточно плотно кладет, как говорится, коррекции. Вот оно все стоит, как это, в ядрышке. Так что все окей тут, в принципе. Не смотрим. Ну, тут разрешение у нас угловая секунда у нас, да. 0,7, а мы с точностью 0,8 гидируем. Так что, в общем-то, ну, все вписывается у нас. Тут ничего такого страшного у нас с вами не происходит. Все окей. Все корошо. А может быть, по мере подъема объекта оно даже еще лучше будет. Так, ну и что мы смотрим? Давайте посмотрим на наш с вами просто кадр. Это у нас сегодня 20 число. Вот это 10-минутка. Ну, в цвете, что ли. Ну, вот оно получается в цвете. Который не пойдет в сборку, потому что звезды немножко потянулись тут. Вот, но виден нормально. Конечно, оно поболее, ну, в смысле, поплотнее поле. Ну, 10-минутка, здесь 5-минутка, и вот это, то, что у нас тут белесы, это луна. И там, где луна, даже 10-минутка детали еле-еле вытягивает. Ну, не было бы луны, была бы красотень. Ну, увы, снимаем так, как снимаем, и, соответственно, будем обрабатывать так, как придется обрабатывать. Ничего страшного. Поднаберем сигнал, а потом по погоде. Погода нам ничего хорошего пока не обещает в ближайшее время. Так, вот погода наша. Ну, сегодня это мы сегодня снимаем, все окей. Завтра, ну, можем сейчас попробовать дерзнуть, поснимать еще. Дальше все. Опять пишут нам, хотя луна будет уходить, но погода тоже вместе с луной. Ну, короче, ничего загадывать не будем. Будем, как говорится, по мере того, как все это делать. Все, господа, отчитался, показал, на каком этапе, почему что поменялось. Надеюсь, вам это будет интересно. Хотя, честно говоря, не знаю, что тут может быть интересного. Ну, разве что... вот Одесса, вот обсерватория, вот я, вот мой голос. Так что вот на этой картинке я ее оставлю и скажу вам, да, это вот свет зажгли соседи.
Да, вот-вот-вот. Скажу вам всем до свидания, спасибо. И до новых безлунных звездных встреч и обработки. Всем удачи!